Стамбул, 2009 год. Бахар. Останьтесь здесь. Бахар, я здесь. Джангиз. Успокойся, любимая. Все нормально. Желаю ей скорейшего выздоровления. Доктор. Я войду в палату, посмотрю и вернусь. С вашего позволения. Я знала. У меня было плохое предчувствие. Подожди, ничего страшного не произошло. Я чувствовала. Я знала. А ты думал, что день расплаты не наступит, Джангиз? Ты сама приблизишь этот день, если не замолчишь. Ничего ни с кем не случится. Не переживай. Все. Мне необходимо выйти, подышать свежим воздухом. Не знаю, как и благодарить вас. Правда, вы уже два раза помогли нам. Спасибо вам. Не стоит благодарить меня. Это случайность. Мы не даем вам покоя. Даже на отдыхе. Хотите, я скажу Джангизу, чтобы он отвез вас, когда придет? Нет, он вышел на улицу. Скоро вернется. Он так сказал? Она поправится. А откуда вы знаете? Я вижу это. Думаю, человек может поправиться, если его любимые рядом и держат за руку. Правда? Правда? Те, кого вы любите, счастливые люди. Это правило жизни, племянник. Ты можешь отправиться хоть на край света, но в итоге возвращаешься туда, откуда начал свой путь. Ты можешь меняться, но поворачиваешься к тому, с кем ты был счастлив. Каким бы ты ни был благовоспитанным, ты не можешь обуздать монстра, живущего в тебе. Ты можешь отправиться куда хочешь, племянник. Только не забывай, все возвращаются домой, когда приходит время. Морские обитатели, вкусные и привкусные. Есть голубая рыба? Нет, это макрель. Положить тебе? Да, полкило. И эту рыбу положи. Не жадничай, клади больше. Ну-ка, переверни рыбку.
Переверни ее. Макрель, говоришь? Неужели этот город настолько изменился за 20 лет? Наверное. Куда исчез прежний Стамбул? Где ты был, дядюшка? За границей? Да нет, дальше страны не выезжал. Ладно, пойду я. Удачи! Куда, дядя? Ты веди машину. Ты привыкнешь, племянник. Научишься понимать, куда мне нужно, без слов. Поехали.